В столице Азербайджана стартовала 5-я международная научная конференция исследователей в области экономики и управления. Мероприятие организовано в рамках проходящего в стране года Гейдара Алиева и посвящено теме «Экономические итоги века». Подробнее о конференции расскажет наш корреспондент Нармин Ахамбабаева. Она подключается на прямой связи. Здравствуй, Нармина, тебе слово. Здравствуйте, студия. Сейчас наша съемочная группа находится в центре Гейдара Алиева, где сегодня стартовала 5-я международная научная конференция исследователей в области экономики и управления. В этом году мероприятие организовано совместно с Азербайджанским государственным экономическим университетом ЮНЕК и центром Гейдара Алиева. Проходит международная конференция в этом году в рамках года Гейдара Алиева и посвящена теме «Экономические итоги века». Сегодня в данной международной конференции принимает участие первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, министр науки и образования Эмин Амроллаев, профессор, ректор ЮНЕК Адалет Мурадов, а также генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев, а также специалисты, исследователи, ученые как из Азербайджана, так и из зарубежных стран. Отмечу, что в рамках мероприятия сегодня также открылась выставка, книжная выставка «Экономический портрет века», подготовленная совместно с местными и зарубежными исследователями по случаю столетия общенационального лидера Гейдара Алиева. А электронную версию книги «Роль Гейдара Алиева в становлении экономики Азербайджана и развитии международных экономических отношений» планируется индексировать на международных научных площадках и разместить на различных библиотечных базах университетов мира. Отмечу, что в этом году, как я уже отметила, в этом году международная конференция проходит 5-й раз, и в этом году отмечается растущий интерес со стороны ведущих международных научных учреждений, и 13 престижных университетов из таких стран, как Великобритания, Швейцария, Турция, Израиль, Румыния, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, принимают участие в данной международной конференции исследователей по экономике и управлению в качестве партнеров. На конференции представлены 19 отечественных и 94 зарубежных высших учебных заведений и научно-исследовательских центров, а в целом принято 678 научных работ из 44 стран, а 539 исследователей представят результаты исследований по более чем 80 темам. В основном темы охватывают зеленую экономику, цифровую экономику, экономику освобожденных территорий, роль Гейдара Алиева в становлении экономики Азербайджана и другие темы. Также отмечу, что около 100 научных работ, отобранных научным комитетом, будут опубликованы в зарубежных международных научных журналах и других престижных платформах. Сегодня также в рамках мероприятия отмечается, что специалисты из Турции выступят с докладами об экономике и общественной жизни тюркского мира. И эта часть мероприятия продолжится дискуссиями, а завтра второй день конференции посвящен теме зеленой экономики. В рамках проекта Green Day состоятся панельные дискуссии на тему чистая и альтернативная энергетика как основа устойчивого развития и озеленения экономики, достижения инклюзивного роста посредством зеленой экономики замкнутого цикла. Помимо этого будут проведены 14 мастер-классов по самым актуальным мировым темам с участием местных и зарубежных спикеров. Само мероприятие продлится, международная конференция продлится до 25 июня и продолжит свою работу дискуссиями в онлайн-формате. И хочу еще раз отметить, что 5-я международная научная конференция исследователей в области экономики и управления проходит в центре Гейдара Алиева. Пока что на этом у меня все, студия. Большое спасибо. Я отмечу, о ходе работы международной научной конференции исследователей в области экономики и управления рассказала моя коллега Нармина Хамбабаева.